everybody, welcome back to avreactshow. Guys, here you go again with Turkish football. Some days ago, I reacted to Turkey versus Netherlands 4-2. Come on, guys, was just crazy. Okay, a lot of friends sent me this video. Avi, you have to check out Turkey versus Czech Republic. It's very, very amazing. So here we go, guys. Let's go and let's enjoy this video. Let's go, guys. Так я себе все это представляю пока. Жизнь футбольная на поле покажет и турки на правому флангу. Матыевский. Штрафной удар. 14-й номер мог. Или удар. Удар скорее всего. А их 12 и 45 секунд. The defense didn't change this year. So, okay, we saw even the game versus Netherlands too, like a lot of faults. They had like 100 free kicks. Okay, the same here. And this can be very, very dangerous in some games. 33 метра до ворот, навесная подача, удар на опережение. Нет, точно. Мехмету Аурелио и навес по диагонали. Не добрался до мяча. Come on, man! That is very, very dangerous, seriously. Упа. Навесная подача. Мяч от партнеру. А направо или удар по воротам? Удар сильный рядом со штангой. Справа подкупающий. Коллер ведет борьбу за мяч. Выигрывает и удар по воротам. Прилег слегка Демирель. Путевку. Четвертьфинал. Удар по воротам издали. Немножко не подготовлен, откровенно говоря. Включаться. Вот этот случай. Сразу навес, но слишком сильно. Янковский съемка посылает мяч вдоль штрафной. Приближается к углу штрафной площади. Бьет по воротам дальний угол. И в полуметре над верхним углом мяч пролетает мяч. Пасует, правда, не очень удачно. This was a red card. Неудачно выполняет игрок чешской команды. Oh, this was a red card, absolutely. He didn't give a red card for this one. Удачно. Подкат неудачно выполняет игрок чешской команды. Приближается и тут же легко навешивает штрафную и убил себя в обороне. Попытка перевести мяч на правый фланг. Я вам отвечаю, была по силе удара. Играет головой Коллер. И навесная подача. Браво. Григор, тот навешивает удар по воротам. И вот этот самый Коллер все-таки обыгрывает. Четина бьет по воротам под перекладину. Летит туда. Демирель может быть чуточку коснулся рукой мяча, но отбить его не сумел. Брюкнер пожимает руку Коллеру. На преимущество. Итак, штрафной удар по воротам, рикошет угловой с правой стороны. How beautiful is to see the stadium full of people. How beautiful is. I hope we can get to normally very, very soon, but this is very beautiful, guys. Чтобы плотно играли, навесная подача, ныряет чек, отбивает мяч здорово кулаками за привода, то чтобы испугать соперника. Сионко в атаке пытается мяч перехватить. И Нарчуевский. Но упал там съемка, а вот этой команды Нихат навешивает стремительный удар головой, вот бил как раз сервет. Но неудачно. Штрафной удар. Тут-то пата. И вот он навешивает. Борьба за мяч. И опять Коллер, поймав его на голову, бьет. Сионка с разворота навешивает, а Коллер раскидал свои. Oh my God, he wanted to make the same goal as Zidane. Look at here. The same goal as Zidane in Champions League, but was not. Телеса бьет по воротам. Атака чехов продолжается. Удар по воротам. Правильно делал совершенно.
This is top судьи. The second part of this game will be insane. Just one goal in first part. Хамид Алтынтоп, Фатих Тариев, главный тренер команды. Вот эти мячи всегда летят стремительно, выходит из ворот Чек, великолепно играл в этом эпизоде, игровности больше подумывать об обороне, а впереди играет съемку и Плашил с Коллером довольно... This was such a great idea, but активно надо сломить. This was, can you imagine if this shot could be a goal? Insane. Больше подумывать об обороне. А впереди играет съемку и Плашил с Коллером довольно активно, надо слабенько. Особенно семи. Но в атаке теперь передача на левый край. Диагональный пас, опасный момент. И защитник великолепно перехватывает мяч. Where are the other four goals? Come on, it's like he's ending the game. Прихватили турецкие футболисты Чехов, атакуют без... подождать игрок турецкой команды. Его подхватили, а? Навешивают. Браво! Красавец Чех! Питер Чех is amazing. Его ростом с мячом. Вот так обыграл соперника. Пас назад хоть заменил Мехмета Топ. Навешивает Алтынтоп и силами атакуют турецкие футболисты. Навес, рикошет, прыгает опять. Очень уверенно играет на выходе. Мяч в игре и у Коллера. Ну-ка, Коллер, разбросай свои телеса и забей. Но не только попади. Но не This was very, very bad. They had like... Телеса и забей, но не только попади. Republic Czech players alone. And he made the shot. Но не исполнил, как говорят футболисты. Опять атака чешской команды. Удар по воротам. 2-0. Okay. Вот так. Пока прикормили себя. We are ready for the comeback now. Maybe the title is wrong. Come on. There is no more time. Футболисты Турции после того момента, который не использовал Коллер, судья показывает желтую карточку, пел Алтынтоп. Удар по воротам, рикошет прямо в руки Чеха. 17-й номер. Коллер, борьба за мяч, штрафной удар, свисток арбитра. Судья четко отдал пас партнеру, далее съемка вдоль ворот, удар по воротам, штанга, еще удар по воротам. Ай, какой момент. Разыгрались чехи, замечательно играл Коллер. This could be very, very bad, seriously. What the... This was like... Разыгрались чехи. Замечательно играл Полок на теле другого игрока. Ну и отдал ему мяч, якобы. Получилось вот что из этого. Так и Сабри. Guys, 50 minutes of game. 50 minutes of game. Are you sure that the title is right? 3-2 for Turkey? Пас Алтынтопу в штрафную, опасный момент, прострел, удар по воротам, 2-1. Как вам мои рассуждения, дорогие мои? 2-1 в пользу чехов. Да, с мячом, пасует Казем, тот навешивает, перехват. Ну и так хватит. Turan here was like 20 years old. Yes, in 2008, like 14 years ago. Пасует Казему, тот навешивает, перехват. Ну и подхватили турки. Навешивают. Контуирует поворотом. А между прочим, то... Сабри оттянулся назад, Алтынтоп навешивает, и сервет едва не пошел вперед. Также и третий номер Полок с перевязанной головой смотряет Аурелью не без помощи Коллера. Полотерский номер и ошибка со стороны тут.
Помните этого парня, он играл у нас в Динамо. Nihat, oh, Nihat. Come on, man. Four minutes. Why? Oh my God, let's see, there will be 4 minutes of craziness here. Назад Казему с правой стороны Алтенто партнера мяч от Орды на вес штрафную. Фантастика! In all the game I say Peter Czech is amazing, love him, but come on, man. Блистательно игравший на выходах Петр Чех. What a mistake he made. Wow. Игрок. И он на перехвате. И до этого-то не раз. Там офсайд. Алло. 3-2. Not офсайд, seriously? Игрок. И он на перехвате. No, he's not, absolutely. He's not offside. Look at the player here. He's not offside, absolutely. So this is the goal. И до этого-то не раз. Там офсайд. Алло. 3-2. А там офсайд был. 3-2 в пользу турецкой команды. 3-2. Yeah. 3-2. Crazy. Crazy Turks. Crazy Turks. We have to face Turkey after 2 months. Come on, man. Пижоны. И жизнь пижон. Удар вперед. Направление Коллера. Демирел прыгает. И мяч катится. Нет, не в пустоту. The... Красная карточка. А это означает... What red card? He's hurting Turkish player. And he's in his area. What red card? Что, пенальти? Красная карточка вратарю. Oh, no, oh, no. Was for this part, okay. Вратаря удаляют поле. Фантастический матч, фантастический. И вот свисток арбитра, матч окончен. Wow, guys, wow. What a crazy game, seriously, okay? Thank you for suggesting me this video, it was so beautiful, okay? I thought that the title was wrong because, like, come on, it's like 7 minutes before the ending was 2-1 again for Czech Republic, okay? And was like not that sure about the title, it was 3-2 for Turkey. Guys, come on, let me know in the comments what you think about this video. Let me know in the comments more videos like this, and we'll see you in the next reaction. Ciao a tutti ragazzi, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!